И вместе с вами мне хотелось бы сказать: Христос воскрес! Слава Господу! Присядьте, пожалуйста. И подтверждение тому все эти лица, все эти люди, которые сегодня пришли на это место, все, кто уверовал в нашего Господа, все, кто пошли за Ним по этой дороге в Царство Божие, это есть подвиг Иисуса Христа. Это есть то, на что Он сегодня смотрит с довольством. Потому что, ну, чисто по-человечески, как можно было изменить наши пути, наши мысли и все поменять настолько, что мы пошли за Ним? Никогда для нас это было безумие все, но сегодня это наша жизнь. Потому что Христос – это наша жизнь. Он изменил все, что у нас было до этого. Он изменил наши сердца. Сегодня Он для нас есть великая драгоценность. И мы это с вами очень храним, бережем. И это есть в наших сердцах. Это не просто какие-то традиции, но это есть наша жизнь. Наш Иисус Христос – живой Бог, воскресший Бог, который за нас с вами пострадал, умер и воскрес. И сегодня Он сидит одесную Бога Отца. И сегодня Он ждет нас с вами в этом Царстве Своем, когда мы с вами там окажемся и дойдем. И мы сегодня будем с вами молиться и просить Божьего благословения на это собрание, чтобы Бог благословил нас с вами, чтобы Бог сегодня посетил Духом Своим Святым, наполнил наши сердца, чтобы мы сегодня открылись верою для нашего Господа Иисуса Христа, чтобы слово, которое звучало сегодня к нашим сердцам, оно проникало глубоко в наши сердца. Это зависит не только от Господа, но и от нас с вами, чтобы наши сердца, они сегодня были ищущие Господа, ждущие этого слова от Него. И я зачитаю один отрывок из Слова Божия, это Ветхий Завет, послание, это книга пророка Исаии, 55 глава, с 1 стиха. В Слове Божьем написано много обращений к определенным людям, категориям людей. Написано там и к евреям, там вот именно к евреям. Там. Вот этот отрывок, он к определенной категории людей обращается. Я буду читать с 1 стиха. «Жаждущие, идите все к водам». И мы с вами видим, что этот стих и это место, оно обращается к тем, кто жаждет, к тем, кто, осознавая свое положение пред Богом вообще в этой жизни, и он понимает, что он нуждается в чем-то том, что дает только Бог. Никто не может дать больше этого. Никто не может дать нам мира с вами, покоя. Никто не может удовлетворить нас в этой жизни. Могут быть какие-то только миражи. Но Иисус Христос, Он только может восполнить все эти наши нужды. И Слово Божие говорит: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». И вот Господь, Он говорит, что от вас, оно в принципе-то ничего не требуется такого материального, или каких-то, может быть, там каких-то действий таких определенных, или каких-то там, может быть, формул. Он говорит, что от вас ничего не требуется. Приходите ко мне, берите, ешьте, говорит, пейте, без платы, не надо платить. Он говорит: жаждущие, идите все к водам, чтобы в наших сердцах была эта жажда по нашему Господу, было это стремление к Нему, было это, ну, жажда к тому, что Он дает, друзья. Давайте мы сейчас с вами склонимся пред Ним, поймем, перед кем мы с вами стоим, пред живым Богом, который умер и воскрес, который дает просто, который никогда не упрекает тех, кто приходит в простоте к Нему, который дает и силу, как написано. Он дает благо, добро дает. Дает все, что необходимое. Поэтому мы сейчас с вами склонимся и прославим нашего Господа и воззовем к Нему, чтобы Он благословил наше собрание. Аминь. Христос воскрес, звучат колокола, и все церквя ликуя, поют Христу хвалу и аллилуйя. Вы знаете, люди, навсегда, что Пасха – это же не яйца, и не кулич на праздничном столе, а Пасха – это праздник воскресения, когда Христос нам подарил спасение, жизнь вечную нам дал и в книгу жизни записал. За слово чудное Твое, что слаще меда твёрже стали, за Дух, который в нас живёт,
за красоту могучих гор, за наши скромные собрания, за все тебя благодарю, за путь твой крестный, за спасение, за жизнь и светлую зарю, в твоем победном воскресенье, за все тебя благодарю. Мой крестный за спасение.
сейчас пропел торжественный псалом, который говорит о том, что Христос жив. Я бы хотел вас поприветствовать еще раз этой славной фразой. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Слава Господу! Садитесь, пожалуйста. И эта радостная весть о том, что Христос воскрес, однажды изменила нас с вами, сделала новыми людьми, и мы теперь можем идти за Господом, служить Ему и надеяться на то, что в будущем, после смерти, нас ждет воздаяние за все то, через что мы сегодня проходим. Слава Господу! Вспоминая жизнь Иисуса Христа, особенно последние Его дни, мы можем обратить внимание на то, что Его окружали определенный круг людей. И в самые последние минуты жизни с Ним находились те, кого Он сам к себе приблизил. Это Его друзья. И были очень многие люди, которые за Ним ходили, которые за Ним шли по каким-то своим причинам, но которые Его в какой-то момент оставили. И мы видим, что Христос не всех людей приближал к Себе. Да, Он говорил всем, да, Он со всеми пребывал, со всеми находился в общении, но не всех приближал к Себе. И знаете, сегодня во время широкого распространения соцсетей, средств массовой информации, очень актуальным становится говорить о том, кого мы вообще допускаем в круг своего общения. Я бы хотел просто порассуждать с вами об этом и привести три причины, по которым нам стоит выбирать то, кому себя доверять, а кому нет. Итак, я начну из Ветхого Завета. Это очень известная история. Потом мы плавно перейдем до евангельских историй. Книга пророка Исаии, 39 глава, с 1 стиха. Книга пророка Исаии, 39:1. Речь идет о моменте, когда после болезни Езеки к нему пришли из Вавилона люди. «В то время Миродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. И обрадовался посланным Иезекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом и все, что находилось в сокровищницах его. Ничто не осталось, чего не показал бы им Иезекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Иезекии и сказал ему: «Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» Иезекия сказал: «Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что видели они в доме твоем?» Иезекия сказал: «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им». И сказал Исаия Иезекии: «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Иезекии Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он: мир и благосостояние пребудут в дни мои». Сколько раз я читал эту историю, для меня всегда было загадкой, почему Бог так поступил с Иезекией. Вроде ничего страшного, вроде Иезекия просто вот все, что было, можно сказать, из гостеприимства, показал этим послам вавилонским. Знаете, я так рассуждал, размышлял и пришел к выводу, что все дело было в мотивах, которые двигали Иезекией. Потому что если ко мне приходят люди издалека, люди, так скажем, незнакомые, и если вдруг у меня появилось желание показать им все свои сокровища, значит, скорее всего, мною движет тщеславие. Скорее всего, я хочу показать им, вот как у меня все хорошо, вот как, возможно, какие богатства я скопил, вот как устроено мое государство очень славно. И, скорее всего, именно поэтому, именно из-за мотивов Иезекии Господь так поступает с ним. И знаете, для меня это в свое время было таким свидетельством. Дело в том, что эта опасность начать говорить о, так скажем, о заслугах своих или о сокровищах каких-то, она всегда остается, когда мы благовествуем. То есть всегда есть опасность перевести взгляд со Христа на свои личные заслуги. Я помню, у меня был момент в жизни, когда нужно было выступать на публику, рассказывать о себе, и я подумал, что это прекрасная возможность рассказать о Христе. И я
я подумал, что рассказывать я буду в таком ключе. Расскажу о том, чем я занимаюсь, о том, чем занимается наша церковь и так далее, и так далее. И когда я начал это все рассказывать, я смотрел на этих людей, и я видел, что Христос их не касается. Я видел, что через меня благодать не говорит. И я подумал, что не так. То есть во мне еще ко всему прочему осталась тяжесть внутри. Я подумал, что не так. И знаете, потом я понял, в этот момент прославлялся не Христос, в этот момент прославлялся я. Я бы хотел зачитать еще одно место Писания, которое говорит примерно о том же. Это послание Иакова. 3 глава, 17 стих. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Смотрите, один из пунктов, который отличает мудрость, это наличие скромности. Что такое скромность? Вообще скромность – это нежелание выставлять на показ то, что ты имеешь. Когда ты часть своей жизни, которая не относится к окружающим людям, которая не должна выставляться на окружающий мир, ты ее прячешь и хранишь в себе. Это вот сокровище, которое Иезекия вынес во свет вавилонских послов. Итак, первый пункт, почему нужно разграничивать, что говорить окружающим, а что нет, это то, что должна быть скромность. Следующее, на что я хотел бы обратить внимание, написано в Евангелии от Матфея, в 7 главе, 6 стихом. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Итак, вторая причина, почему не стоит все выносить во свет к окружающим людям, это то, что есть опасность быть непонятым. Дело не в том, что все люди испорчены, дело не в этом. Отчасти дело состоит в том, что все мы разные. И что-то, что мы в себе храним, так скажем, как сокровище, как драгоценность, как жемчужину, для другого человека может быть абсолютно диким. И это касается не только неверующих людей, но также и обычных верующих людей. Потому что то, что нам открыто во Христе, может быть непонятно им. И то, что, в чем мы, возможно, сегодня имеем свободу, да, для них это может послужить соблазном. И таким образом мы можем послужить камнем преткновения для людей. Другая сторона, да, что мы можем сами быть попраны, если мы свое сокровище вносим на людей, невозрожденных свыше, которым абсолютно все равно до того, кто мы, которым абсолютно все равно до того, что представляет собой наше хождение пред Богом, если они абсолютно равнодушны к этому, зачем мы будем им свое сокровище доверять? Зачем они будут топтать это сокровище? И зачем они потом будут смеяться над нами и приносить рану нашему сердцу? Давайте будем мудры, братья и сестры, и не будем все, что лежит в нашем сердце, выносить на суд окружающих людей. Наконец, третий пункт, на который я хотел бы обратить внимание, написан в послании, вернее, в Евангелии от Иоанна. Во второй главе, 24 стих. «Но сам Иисус не вверял себя им». Ладно, с 23-го прочитаю, чтобы было понятно. «И когда Он, то есть Христос, был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Итак, третья причина, по которой не стоит все, что лежит у меня в сердце, вносить на суд окружающих людей, это то, что сам Христос так не поступал. Мы помним, что были люди, которые просто ходили за Ним, слушали Его, возможно, питались той пищей, которую Он давал, и им Христос говорил в притчах. И если люди хотели слушать больше, если хотели люди идти дальше, то Он эти притчи разъяснял. Мы с вами помним, что ученикам своим Христос разъяснял притчи, а говорил тем внешним все в притчах. Когда я первый раз читал это место Писания, я не мог понять. Думаю, ну неужели Христос не хочет спасения всех людей? Неужели Он не хочет, чтобы остальные люди также поняли, что Он им как-то завуалированно дает все в притчах? Но на самом деле, в тот момент притчи служили таким своего рода объяснением речи Христа, такой заинтересовкой своего рода. Если люди хотели дальше слушать, хотели за Ним идти, для тех людей Он открывался сильнее. И мы помним, что, допустим, на вечере любви Он говорил им, что «Вы, друзья мои».
«Вы, друзья мои», — говорил он им. Это получается, что люди настолько были близки ко Христу, что он мог говорить о них, как о друзьях. Мы помним, что апостол Иоанн возлежал на груди Иисуса Христа. Таким образом, он был очень близок к нему. Он был, ну, я не знаю, может, если это будет правильно так выразиться, он был ему как сын родной, условно. Настолько были близкие отношения. Таким образом, были люди, которые вне находились, и были люди, которые были близки ко Христу. И Христос эти два момента разграничивал. И перед тем, как мы будем молиться о том, чтобы Господь нам даровал вот эту мудрость, которая сходит свыше, да, которая имеет скромность, я бы хотел еще привести один такой пример. В природе существуют птицы, что-то наподобие наших сорок. Они живут в Африке, и они привыкли жить в городах. То есть они полностью живут в городах, можно сказать, в дикой природе их не встретить. Они строят себе дома на земле. И все, вот, что они видят яркого, они тащат себе в дом, украшают этим свой дом. Это самцы так делают для того, чтобы привлечь самку. И бывает так, что самцы, не достигнув взрослого возраста, они еще, ну так, внешне напоминают самок. И если самец, который устроил свой дом, который его украсил, увидев вот этого вот самца, который еще похож на самку, начинает ему показывать все, что у него внутри находится, то он имеет опасность быть обворованным. Потому что тот тоже такой же самец, и он тот же самое хочет побольше украсть и побольше украсить свой дом. Помоги нам, Господь, чтобы нам, вот как Иисус Христос, видеть то, что находится в людях, и не всем доверять себя, но быть избирательным в том, для кого мы открыты, а для кого нет. Помоги нам, Господь.
хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу, чтобы струны сердца напрасно звенели. Я не хочу полуверы, жалких слепых рассуждений, я не хочу трепетаний в сердце бессильных стремлений. Если отдаться навеки, если любить так всецело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Если отдаться навеки, если любить так всецело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Я не хочу полужизни, робкой, бесцветной, бездушной, я не хочу полусмерти, жалкой, бесплодной, ненужной. Уже в горниле страданий грешное я умирает, пламенем в сердце свободном новая жизнь воскресает. Если отдаться навеки, если любить так всецело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Если отдаться навеки, если любить так всецело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, пусть порываются струны, лишь бы недаром звенели. Я сегодня весь счастлив, как никогда, потому что милость Божия жива, потому что снял с греховных уз и рукой своей разбил оковы зла. Лишь тебе, Иисус, хвалу я воспою, лишь тебя, Иисус, единого люблю. Только ты, о Иисус, лишь только ты, от юных лет мои цветы. Только ты, о Иисус, лишь только ты, получи от юных лет мои цветы. Думал я, что лишь в тебе источник сил, ты меня на крыльях милости носил. Когда я к тебе пришел, для души покой нашел, ты меня, как сына блудного, простил. Лишь тебе, Иисус, хвалу я воспою, лишь тебя, Иисус, единого от юных лет мои цветы. Только ты, о Иисус, лишь только ты, получи от юных лет мои цветы. Обувь новую на ноги ты мне дал, чтоб я шел и всем о Боге рассказал, чтобы всякие уста вознесли любовь Христа, чтобы мир тебя единого познал. Лишь тебе, Иисус, хвалу я воспою, лишь тебя, Иисус, единого люблю. Только ты, о Иисус.
ночи от юных лет мои цветы. Скажем слава Господу. Один священник, ну, вы, наверное, слышали это имя, Сергей Журавлев, он из реформаторской православной церкви, как бы. Вот он говорит, когда ему это открылось, ну, он всегда был священником, он как бы знал все эти моменты, но, говорит, когда ему открылось вот это вот все совсем по-другому, в его сердце начал Христос воскрес-то, да, и он говорит, я, говорит, подхожу, там компания стоит, говорит, а я, мне так все это открыто, я им говорю, Христос воскрес. Они такие, так не Пасха же еще, он говорит, ну так а Христос-то все равно воскрес. Вот, ну то есть, настолько он переживал это, что он ходил, говорит, на каждом углу, кого не увидит, всем говорит, что Христос воскрес, да. Они как бы удивляются, не Пасха, поэтому мы тоже, уже вроде пасхальная неделя прошла, уже другая неделя, да, началась, первый день недели сегодня. Воскресенье, и мы с вами уже не по закону уже, да, неделя уже прошла, но по благодати скажем, Христос воскрес. Воскрес. Христос воскрес. Воскрес. Христос воскрес. Воскрес. Слава Господу. Я зачитаю к римлянам 6 глава с 3 стиха по 11. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? То есть погрузились. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха,
Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Слава Господу! Сегодня уже Саша вначале касался, да, этого момента, что мы с вами еще ожидаем. Следующая глава, через главу, 8 глава к Римлянам, с 23 стиха, там Павел говорит, и не только она, то есть тварь, творение все, да, но и мы, сами имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Ибо мы спасены в надежде. Начало 24 стиха. То есть мы с вами ожидаем, что мы также с вами воскреснем со Христом. Новое тело у нас с вами будет, да, все это. Но до того, чтобы этого дождаться, и для этого нам с вами необходимо, как я прочитал 6 глава к Римлянам, я 4 стих еще раз повторю. Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы, как Христос, воскреснув из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Дух-то наш воскрес, он уже посажен на небесах. Тело наше еще ожидает, мы надеемся еще этого. Но вот мне как бы хотелось бы на это немножко обратить внимание, что для того, чтобы нам ходить в этой обновленной жизни, нам с вами необходима вера. Вот здесь о чем говорится, это аспект веры. Почему? Во-первых, потому что здесь написано, да, почитайте, 11 стих, почитайте себя мертвыми для греха. Значит, почитайте, да, то есть я должен верить, я должен как бы почитать. То есть это еще не произошло в моей жизни, что я еще не умер, это же не буквально, да, имеется в виду смерть. И написано также, стих 5 написано, итак, мы соединены с Ним подобием смерти, подобие. То есть все это нам говорит о том, что это аспект веры. Чтобы нам ходить в обновленной жизни, нам не нужно себя там убить как-то, да, и так далее, но нам нужно ходить вот в верою двигаться, нам нужно ходить обновленную жизнью, то есть, чтобы наши мотивы, наши поступки, наша жизнь и цели и стремления все содействовало тому, что угодно Богу. И тогда мы с вами достигнем того, потому что мы надеемся, что если мы так будем жить, нам откроется свободный вход. Слава Господу! Читаю дальше, продолжая эту мысль про обновленную нашу жизнь. Колоссянам 3 глава, читаю с 1 по 3 стихи. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Здесь написано, что если мы с вами воскресли, то ищите горнего. Знаете, такое есть место, да, Иисус Христос в Нагорной проповеди говорит, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Вот можно даже сказать и наоборот, вот где наше сердце, на самом деле это наше сокровище является, да. Мы можем думать по-другому и говорить по-другому, но на самом деле, что является основным направлением нашего сердца, к чему прилеплено наше сердце, вот это и является нашим сокровищем. И здесь Слово Божие говорит, да, что если мы воскресли, то ищите горнего, о горнем помышляйте, а не о земном. И мне хотелось бы сказать, да, что у нас с вами есть прекрасная возможность просто самих себя испытывать и исследовать. Написано второе послание Коринфянам, прошу прощения, 13 глава, 5 стихом. «Испытывайте самих себя, верили вы». Самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. Здесь опять идет разговор о вере, да, и Слово Божие нам говорит, чтобы мы испытывали себя. Вот если я испытываю, я наблюдаю за собой, чем я движим, да, и если я действительно, да, имею в себе вот это вот желание быть со Христом, а я горнем помышляю, там, как бы, да, вот этого всего ищу, то тогда Слово Божие, ну, как бы, меня одобряет, да, и говорит, да, действительно, ты живешь обновленной жизнью, это основные твои мотивы в твоей жизни. Слава Господу! Еще продолжаю эту мысль. Филиппийцам 3 глава, 17 по 21 стих, апостол Павел говорит к этой церкви, «Подражайте, братья, мне,
И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме». Здесь написано «они мыслят о земном», 19 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». То есть, к чему мы с вами стремимся? Но здесь, на земле, апостол Павел говорит, что да, «их Бог чрево», 19 стих, «слава их в сраме, они мыслят о земном, а наше же жительство на небесах». И знаете, давайте мы с вами вспомним тех людей, 11 глава к евреям, да, глава веры, которые жили в этой вере, например, того же Моисея, да, несколько миллионов человек, вот ему, хочешь не хочешь, а надо было о земном заботиться, да, ну, представляете, миллионы людей, надо там что-то есть, куда-то идти, что-то там вопросы решать. Ему очень много нужно было о земном заботиться. Авраам, например, да, там у него пастбище, рабы, там скот у него, да, там какие-то у него все эти вопросы, нужно туда переместиться, там, как он ходил по этой земле, да, будучи странник на этой земле, как на чужой пребывал. Мы видим, что ему тоже приходилось много о земном заботиться. Иосиф был второй в таком великом государстве, как Египет, да, ему нужно было заботиться, ну, вообще, целое государство, и еще плюс те голодающие, которые из других там местностей приходили. То есть забот у него хватало. Даже Павел, который говорит, что лучше мне разрешиться и быть со Христом, да, и то говорит, что, ну, впрочем, вот не как я хочу, да, вот не как вот, что я разрешился бы и был со Христом, но нет, не надо здесь еще жить, на земле, так для вас нужнее, да, угоднее Богу это. И наверняка он здесь будет опять палатки шить. Почему? Да потому что если он не будет палатки шить, он не сможет вообще о горнем помышлять, потому что он с голоду умрет, и помышлять о горнем он не сможет. Ему нужно все это, да, на земле. Где-то, может быть, в тюрьме ему нужно было сидеть. Это уже Бог усматривает, что ему где делать, да. Но он, помышляя о горнем, ища прежде всего Царствие Божие, да, он доверяет свою жизнь Богу и живет здесь на земле, делая, как и Авраам, как и Иосиф, как и Моисей, заботится об этом, да, он заботится об этом. Слово Божие нам с вами говорит, что мы видим с вами, ну, искренне, да, Слово Божие, оно правдиво нам открывает, что у них были там ошибки. У них были где-то там падения какие-то, там борьба какая-то, но определяющая как бы линия их жизни, да, это было другое отечество. Написано к евреям 11 глава, они другого отечества искали. Здесь они были как чужие, они жили, они все это делали, но прежде всего, да, они жили-то вот этой обновленной жизнью, они видели как бы невидимого, про Моисея написано, да, Авраам, он видел город, художника, строителя которого Бог, слава Господу. То есть, живя на земле, есть возможность жить обновленной жизнью. Написано, читаю Нагорную проповедь, Иисус говорит, 1 стих, 36 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Вот, допустим, я решил, бывает у меня так, даже сейчас бывает, искать прежде всего Царство Божие. Лег на диван и ищу. Ну, это же духовная вещь. Это что тут уже? Что я о земном буду? Здесь написано, не заботьтесь. Что я буду заботиться? Ищу Царство Божие. Но вот здесь Слово Божие говорит, вот если на самом деле мы будем искать Царствие Божие, тогда столько приложится всего, ты не сможешь на диване сидеть. Надо куда-то идти. Надо там вот, братья там, да, по помойкам по этим ездят, в прямом смысле, по помойкам там кормят людей, которые там живут. У них жилище на помойке просто, да, вот другого нет у них. Нужно там куда-то, не знаю, ехать. Нужно, если у тебя есть семья, нужно же зарабатывать деньги, потому что ты прежде всего ищешь Царство Божие, а это тебе Слово Божие говорит, что кто о домашних не заботится, тот отрекся от веры хуже неверного. Охота же быть верным, я же горнего ищу. И тогда все становится на свои места. Павел говорит, я духом моим служу Господу. Как? Дух без тела не может Богу служить. Тогда смерть придет. Поэтому там, где дух его, туда и тело идет за духом. И Павел духом служит Господу, но тело не отстает от духа, потому что человек триедин, дух, душа и тело. Вот. И поэтому, как бы, есть такое маленькое, может быть, искаженное, неправильное понимание, что вот я о горнем помышляю, а не о земном, и поэтому все,
и люди там уходили, да, куда-то уходили. Ну, это называется самовольное смиренномудрие, даже когда исповедание, такой грех есть, самовольное смиренномудрие. На столб залез, несколько лет просидел, вот, ну, как-то Богу угодил, наверное, так думает человек. Ну, может быть, Бог видит веру, не знаю уже, это Бог уже, да, всему этому оценку ставит. И знаете, в завершении я говорю про то, что нам необходимо с вами жить обновленной жизнью, почитать себя мертвыми, да, вот, что это необходимо все это делать в вере, и необходимо самих себя исследовать. Если написано «мы умерли», то тогда мы о горнем помышляем. Если о горнем помышляем, то, как я уже сказал, и на земле что-то в нашей жизни меняется. Я читаю 2 Коринфянам, 6 глава, 1-2 стихи. Написано: «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: во время благопотребное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Слава Богу! Время благоприятное. Пока мы живем на этой земле, мы с вами можем ошибаться, может быть, борьба какая-то будет, но очень важно исследовать самих себя. Я не могу там в сердце Саши посмотреть, Володя там, да? Я в свое-то отчасти и то понимаю где-то, но мы можем самих себя, написано, исследовать. Я не могу мотивы там, почему то произошло, открыто ли человеку вообще, как Саша сегодня говорил, да? Для одного в церкви даже, может быть, это открыто, а для другого там вообще это соблазном будет, да, что он это делает. Поэтому тут такие моменты нужно как бы испытывать, нужно исследовать, нужно к Богу приходить, эти вопросы задавать: «Господи, нужно помышлять о горнем». И тогда Бог будет как бы тебе что-то открывать, куда-то направлять, ты куда-то будешь ходить, что ты будешь делать там, да, и так далее. Все это на своем месте. И Слово Божие говорит: сейчас время благоприятное. Вот сегодня, на этом месте там, где я дома там, не знаю, лежу ли я на диване, или что-то делаю, или куда-то поехал, я всегда должен. А я вообще, основное направление, я в небо иду, туда я стремлюсь, или все-таки, да, и в принципе сам себе я могу ответить. Когда какие-то вопросы в жизни, моменты, там, события со мной происходят, я могу, если искренне, вечерком пред Богом встать, да, и как я жизнь прожил, для кого, да, во имя ли Иисуса я все это делал, или как бы нет. Покаяться, мы сегодня с братом, с одним ехали на машине сюда на служение, мы с ним разговариваем, он говорит: слушай, так вот у меня-то весь вопрос, что я всегда к заключению прихожу, что бедный я человек. Вот там что-то стараюсь вроде для Господа, а все равно получается в итоге, да, раз где-то занесет. Я говорю: так это хорошее состояние. У нас же время благоприятно. Покаялся, да, какие-то из ничтожного драгоценные извлек. Это же тоже школа. Без этого как-то научишься где-то, да. И нужно искать, нужно идти к Богу. Нужно прежде всего искать. Потому что мы с вами воскресли в духе. Наш дух не даст нам покоя. Он будет искать. Слава Господу. И знаете, еще один пример приведу, просто я пропустил его. Такая женщина не так давно уверовала в Назина, да, и вот у нее, когда она Господа не искала, она нигде не работала, она там была, да, а когда вот она обратилась к Господу, у нее сразу две работы появилось. То есть вроде бы так, ну ищите горнего, зачем работать-то, да? Вот. А наоборот, вот когда у нее маленький ребенок, да, там у нее там, ну и нуж много, вот. Наоборот, я это как бы я возвращаюсь к тому, что, да, когда мы ищем горнего, то не обязательно, что нам ничего не нужно делать и ни о чем не нужно заботиться. Все это на своем месте, да? У нее сразу две работы появилось. Она там, не знаю, у нее там и там, и там, и там. Она даже удивилась, там в деревне-то одну трудно найти, а у нее две. Массажистом там она работала, у одного человека, да, у зажиточного, и в магазине работала. Вот. И то есть мне хотелось бы, давайте мы с вами сейчас помолимся, обратимся к Господу, скажем так, исследуя самих себя, да, что в нашей вот там внутри меня, я не могу за кого-то, что является определяющим направлением? Ищу ли я Царство Небесного, странник ли пришелец здесь, я на земле, или все-таки я вижу, что где-то уклон есть? Если это есть, это, конечно, нехорошо, но это не такая уж беда. Просто нужно поправлять. Время благоприятное. День спасения. Сегодня мы можем Богу приходить и стараться опять, да, обновляться и жить в этой обновленной жизни. Слава Господу! Помолимся. Я не знал, куда я шел, для чего я жизнь знал, пока тебя не повстречал. Все то, что...
Ты смог мне смысл жизни дать. Я любовь искал везде, не нашел ее нигде. Нет ее, сказал я сам себе. Я знал, чтобы не блуждал я больше в тьме, что я искал, в тебе нашел, я очень много приобрел, ты дал мне то, что я не мог иметь. Покоя я иметь не мог, но ты меня к себе привлек. Не мог без счастья дальше жить, но в мое сердце ты вложить решил. Мир драгоценный свой, я на колени пред тобой, Господь мой, встать не постыжусь, о, дай упасть к твоим ногам. Прижаться бы к тебе, Господь мой, и уснуть в твоих руках и на твоей груди, Бог мой. Я на колени пред тобой, Господь мой, встать не постыжусь, о, дай упасть к твоим ногам, мой Иисус. О, мне прижаться бы к тебе, Господь мой, и уснуть в твоих руках и на твоей груди, Бог мой. Я вас не позабуду.
сами решали наши проблемы, про Бога забыв. Неверие палка нам лезла в колеса, чтоб нас погубить. Не верится миру, что он обреченный, дрожит за свой прах. Но что стоит весь суперразум ученых в Господних глазах? И вот результат, мы в греховных оковах, хозяин наш мрак. Мы всем поклониться сегодня готовы, а Богу никак. А Он одного лишь от нас только хочет вину осознать. Признать, что Голгофа не зря кровоточит, Иисуса признать. Источником бед на нашей планете является грех. Но только простейшие истины эти просты не для всех. Грех Божию мудрость считает за глупость, а святость пустяк. Сей мир уничтожит не разум, а скудость, а сердце в грехах. И вот результат, мы в греховных оковах, хозяин наш мрак. Мы всем поклониться сегодня готовы, а Богу никак. А Он одного лишь от нас только хочет вину осознать. Признать, что Голгофа не зря кровоточит, Иисуса признать. Куда же плывем, все морем нечистым и морем проблем. С одной разберешься, и тут же других сто встает ей взамен. Мы собственным разумом выхода ищем и губим себя. А взять и довериться мудрости высшей мешает своя. И вот результат, мы в греховных оковах, хозяин наш мрак. Мы всем поклониться сегодня готовы, а Богу никак. А Он одного лишь от нас только хочет вину осознать. Признать, что Голгофа не зря кровоточит, Иисуса признать. Но кто мы без Бога? Народ мы пропавший, народ нечистот. Так кто бы позвал нас за мерзости наши, а Бог нас зовет? Возможно ли отказом на зов сей ответить под самый конец? Очнитесь, вернитесь, заблудшие дети, вас любит Отец. Ведь Он одного лишь от нас только хочет вину осознать. Признать, что Голгофа не зря кровоточит, Мессию признать. А Он одного лишь от нас только хочет вину осознать. Признать, что Голгофа не зря кровоточит, Иисуса признать.